танкер и кит похожи? Все, что придумали люди в своей механике, все похоже на животных. Фары, глаза, лапы, колеса, кили, винты, плавники. Плывущие за льдами киты и идущие всем морпутем танкеры – это мы, это наши общие места, люди и животные, которые всегда здесь. Как сделать комфортно и китам, и танкерам? Охотское море является сердцем Тихого океана. Это научный вывод, сделанный давно. Моря, созданные льдом и для льда только теплолюбивым созданием, кажутся ужасом и адом. На самом деле это средоточие жизни, энергии жизни. Этот агрегат планеты, запущенный давным-давно, миллионы лет назад, начинает давать сбои по всем окраинным морям Тихоокеанской России. Только осень 2020-го принесла в Японское море климатические явления, которые не наблюдались здесь никогда. Сентябрьский супертайфун Майсак и катастрофический ледяной дождь в ноябре. Вот подводные съемки донного пейзажа после тайфуна. Волны проходили свои подошвы на глубинах почти в 10 метров. Несколько лет назад тут была плодородная равнина с гребешками, мидиями, устрицами, морскими звездами. Сейчас рытвенные брустверы, между которыми штабелями лежат убитые моллюски. Будь такое явление регулярным, они бы тут не селились. Слово нашему соотечественнику, лауреату коллективной Нобелевской премии мира за 2007 год, которая была присуждена работе межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата Алексею Кокорину. Он входил в ее состав, и поэтому акклиматология рассуждает сдержанно, без эмоций. Но тенденции уже всем очевидны. Явление называется ледяной дождь. Это когда у нас на той или иной высоте относительно теплый воздух, но конденсируется в виде дождя, а внизу очень холодный воздух. Разница температур большая должна быть. Вот тут так случилось. В итоге капелька, или может быть капелька с тонкой оболочкой льда, падает на веточку, облепляет ее и тут же замерзает. Получается то, что мы видим. Это действительно очень редкое явление. Поэтому сказать, насколько она будет чаще, довольно сложно. Вернее так, общая тенденция и в мире, и в России, что вся опасных метеорологических явлений уже за 20 лет стало примерно в 2 раза больше. Эта тенденция усилится. То есть будет становиться в 2 раза больше, в 3 раза больше. Но покуда у нас нет записи, с какой частотой у нас ледяной дождь во Владивостоке, мы не можем сказать, и с какой частотой у нас ледяной дождь будет в будущем. Мы же отправляемся на Шантарский архипелаг, место чистой энергии Дальнего Востока. Наша экспедиция сложна, и главная сложность в автономности. Мы в поисках затерянного мира, но затерянных миров уже не существует, а реальности таковы, что все зависят друг от друга. Первый исследователь Шантарских островов, академик Мидендорф, писал, иронизируя, «Без медведей, без натоптанных ими троп едва ли можно было пробраться человеку через чаще лесистого Охотского края, и потому они являются там проводниками культуры, пролагая дорогу человеку». Но культура медведя – это шутка. Человеку он может нанести вред, не особо раздумывая. Поэтому в экспедиции готовят технику для фото и видеоохоты. В процессе нашей съемочной экспедиции, поскольку мы фильм делаем о природе, естественно, необходимы съемки диких животных. К сожалению, договориться с ними не всегда получается, поэтому для гарантированной и, в общем-то, бесконтактной работы есть возможность использовать вот такой вариант автоматической камеры. Когда мы камеру устанавливаем в герметичный бокс, у нас есть управляющие модули, которые к ней цепляются, и для управления всем комплексом мы используем беспроводной автономный датчик движения. Вот такой вот прибор, который отстраивается, и как только в поле его зрения появляется живой объект или что-нибудь движущееся, он дает команду на приемник для включения камеры на запись.
Бурый медведь на Шантарах, островной вид, он хозяин этих мест. Вот в прозрачную речку заходит косяк горбуши, которая спешит на нерест. И отсюда начинается пищевая цепочка. Нерпы охотятся на лососей в море, медведи на отнерестившихся горбуш в реках и на морском берегу. Десять месяцев в году Охотское море и районы течений, уходящих из него в Тихий океан, на востоке покрыты морским дрейфующим льдом. Этот лед не только делает этот район одним из самых богатых рыболовных угодий в мире, но и отвечает за более широкий жизненный цикл, последствия которого распространяются на весь Тихий океан. Лед Охотского моря, сформированный стоками из болотистых речных угодий Амура, несет холодные потоки, насыщенные кислородом, железом, питательными веществами, которые кормят фитопланктон. Фитопланктон поглощается зоопланктоном, которым питаются рыбы, морские млекопитающие, киты. Судьба самого большого океана в мире зависит от этого крошечного Северного моря. Охотское море является окраинным морем Тихого океана и расположено в северо-западной его части. Со дна моря добывается нефть и сероводородное сырье. Морские пути, проходящие через него, связывают Владивосток с Магаданом, Сахалином, Камчаткой и Курилами. Все эти факторы оказывают очень сильное влияние на формирование экосистемы Охотского, а также прилегающей к нему северной части Японского морей. Основная экологическая нагрузка выпадает на южную и восточную часть Охотского моря. Западное же его побережье и Шантарские острова находятся вдалеке от техногенного воздействия. Это уникальный уголок природы. Здесь медведи и орланы видят людей очень редко. Сюда приходят гренландские горбатые киты. Здесь природа сохранилась в ее уникальном первозданном виде. Но не только крабами, доежами и моллюсками, которых они щелкают как семечки, нагуливают себе арктический жир нерпы. Рыбное богатство Шантарских островов тоже впечатляет. Места непуганые, это точно. Вот знакомая для любого дальневосточника камбала. Но не желтоперая, а с черными плавниками. Настолько не готова встретиться со светом среди ночи, что даже не шевелится. И взгляните в ее глаза, повернутые в одну сторону. Для многих людей, даже живущих на берегах российского дальневосточного Тихого океана, обычно новость, что камбалы бывают левосторонние и правосторонние, как автомобили. А вот вообще существо времен динозавров, бычок двулопастной, похоже, привык бороться с вечными приливами и отливами, нарастив в себе огромное количество грибной техники. У него лопасти, плавники, кили по спине и по бортам, хвост и неимоверное количество приспособлений, которых на суше ни у кого нет. К слову сказать, такие существа в других дальневосточных морях иногда и появляются, но видят их редко, считаются эндемиками. На Шантарах под каждым камнем. Все букашки и козявки в этой экосистеме занимают свое, строго отведенное для нее место. Жизнь наземная выходит из воды, со дна. Сады ламинарии, иначе как садами, такие ухоженные и мощные слоевища этой водоросли не назовешь. Ими питаются морские беспозвоночные. За беспозвоночными выходят ночами на охоту крабы самых разных видов. Камчатские, синие, колючие. Вот ужин колючего краба. Может показаться, что он в свете фонаря тащит в рот все, что подвернется. Но это не так. Он питается макрофитами, водными фотосинтезирующими растениями дна или толщи воды. Не откажется и от деликатесов – полихет, амфипод, гидроидов. Крабы Шантарских островов в основном прибрежные. Для того же колючего оптимальная глубина 5-20 метров. А это как раз те глубины, где ищут себе обеды нерпы. И кольчатые, для которых более привычен арктический район обитания, и другие виды, которые встречаются и в Приморье, и на Сахалине. Вот кольчатая нерпа осматривает каменисто-песчаный бассейн-лагуну с садами ламинарии. На зазевавшуюся, ослабшую или приболевшую нерпу уже на берегу не откажется напасть медведь. Цепочки связаны, и каждая из этих нитей настолько важна, что порвись одна, расползется вся ткань жизни.
не навредить этому уникальному миру, да еще с таким значением для Тихого океана, это уже не просто благие пожелания прекраснодушных экоактивистов и зоозащитников. Это уже задачи сегодняшнего дня. Находясь в удаленных уголках нашей красивой планеты в автономных экспедициях, хочется сохранить эту красоту в первозданном виде. Для этого мы используем энергию природы, а именно энергию Солнца. Вот такой вот солнечной батареи достаточно для того, чтобы обеспечить зарядку батареи небольшой съемочной группы, а также зарядить приборы, необходимые для жизнедеятельности лагеря. А это другая экспедиция, но ее маршруты тоже пролегают по холодным водам сердца Тихого океана Охотского моря. Группа энтузиастов из Хабаровска построила самодельный катамаран, чтобы пройти из Амура через Татарский пролив к берегам Приморья. И энергия солнца на этом судне оказалась не просто данью моде, а реальным источником тепла для экипажа. Солнечные панели поставили, ну так, на всякий случай, если честно. Потому что от них не ожидали особого толка. Но, как оказалось, именно вот эти панели очень хорошо работают. И мы иной раз даже включаем какую-то нагрузку, даем, чтобы не было там перезаряда на аккумулятор. Хотя стоят, конечно, все устройства, которые не позволили бы допустить, но все равно. Панели в такую погоду, как сейчас, просто очень хорошо. Плюс мы поставили отопитель. Почему? Потому что даже сейчас, в июле, в конце июля, на севере Татарского пролива температуры невысокие. Там плюс 10, плюс 12 может быть легко. И чтобы как-то греться. А также вот этот воздушный отопитель позволяет еще сушить вещи. И технологически как раз на аккумуляторах от солнечных панелей работает эта тепловая пушка самодельного катамарана. Но возвращаемся на Шантары. Шантарские острова и западное побережье Охотского моря в последнее время становятся интересным туристическим направлением, хотя и очень сложным. И для поддержания баланса природы здесь следует использовать минимальное количество источников техногенного воздействия. Маломощные и малошумные моторы позволят не пугать морских млекопитающих, а солнечные панели позволят преобразовать энергию солнца в электроэнергию, необходимую для поддержания автономной работы. Эти эскадры, приходящих к шантарам гренландских или полярных китов, конечно, впечатляют. Но это зрелище несет в себе и предостережение. Человек не единственный хозяин планеты. Эти существа имеют столь же равные права на пользование ресурсами, как и мы. Они наши соседи, а в общежитии, без компромиссов и поиска согласия, жизнь превращается в ад. На флагштоке танкера «Владимир Мономах» подъем государственного флага. Это первый российский нефтеналивной танкер класса «Афромакс», что передается с завода «Звезда» заказчику и отправляется из гавани верфи в первый рейс. Капитан и экипаж уже на борту. С момента установки закладной доски в сентябре 18-го до спуска на воду в мае 20-го и началом работы и морской биографии судна прошло чуть больше 2 лет. Главной изюминкой российских афромаксов, которые теперь один за одним пойдут со стапелей «Звезды», является использование сжиженного природного газа как основного топлива. Переводить флот на газ совсем не конструкторская прихоть, изобрести то, что не делали раньше другие. Уже с 2020 года в глобальной судоходной отрасли постепенно вступают в силу положения об ограничении использования на акваториях портов и на уязвимых с природной точки зрения морских маршрутах топлива с высокосернистым содержанием, чтобы ограничить масштабы загрязняющих выбросов. То есть Конвенция 2020 фактически запрещает мазут и другие низкоочищенные виды дизельного топлива. Новые правила по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей уже вступили в силу. Позже они будут распространены на все мировое судоходство. Поэтому линейка судов, что начата сейчас на «Звезде», а это и арктические снабженцы, и арктические танкеры-челноки, и афромаксы, и танкеры-газовозы, имеет радикальное решение этой проблемы. Все двигатели всех этих судов будут работать на сжиженном природном газе. Частый гость на «Звезде» – вице-премьер Юрий Борисов. Президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев как раз и говорит с ним в Иркутске под конец его недавней поездки по Сибири и Дальнему Востоку.
Когда мы были на Амурском судостроительном заводе, вдруг вспомнил о ваших недавних словах, когда вы сказали, что надо побыстрее думать о переходе на новые источники энергии. Но на кораблях-то солнечные батареи с ветряками не поставишь. Водород. А водород как получается? Из воды. А корабль где ходит? По воде. Поэтому в перспективе водородного движителя для судостроителей они реальные. Электродвижение – это будущее не только для автомобилестроителей. Но даже для таких вот лайнеров. Даже для таких лайнеров. И вот мы, надеюсь, на Максе увидим самолет, где с использованием технологии высокотемпературной сверхпроводимости нам удалось получить электрический движитель, который, по сути дела, в перспективе перевернет вообще самолетостроение. Мы уйдем от турбореактивных двигателей к электрическим. И это произойдет практически во всех видах транспорта. Это рубеж 35-40 года. Ведущие производители, транспортники уже реально имеют планы перехода на электродвижение. Фантастика, на первый взгляд, да. Но изменения в климате сейчас идут такие, что под угрозой уже не только животные, но и люди. Частотность записи, систематика наблюдений – это базовые данные климатологической математики, которой занимается Алексей Кокорин. Если говорить о других явлениях, например, резкое выпадение осадков, приводящее к подтоплению, там конвективные осадки, либо муссонные осадки. Тут тенденция на усиление понятна, понятна физика процессов и понятны ориентировочные масштабы этого. Скажем, муссон может увеличиться к середине века, скажем, на 20%, а к концу века в максимуме, может быть, и на 40%. Тут, конечно, достаточно высокая неопределенность, но знак явления понятен. Усиление осадка и по абсолютной величине, и по резкости их выпадения. Киты и танкеры плывут рядом друг с другом в холодных российских морях. Как сделать комфортно и тем, и другим? Тем более, что нефть и газ танкеры продолжат перевозить. Нефть, газ и уголь – никакие не проклятия России, а ее преимущества. Тем более, что без них не обойдешься как в энергетике, так и нефти, газа, химии. Да и альтернативные источники пока хороши для небольшой экспедиции, но для стабильного снабжения городов, а тем более промышленности, не очень-то надежны. Сегодня ветер дует, завтра нет. Сегодня солнце светит, а завтра облачно. Да и дороже это пока на порядок. Что же делать? Так и продолжать сокращать жизнь и под водой, и над водой, сжигая углеводороды и выпуская в атмосферу парниковые газы. Но кто сказал, что их надо выпускать в атмосферу? Еще более смелая технология – перехватывать СО2 и закачивать в те же отработанные нефтяные пласты. И этого на российском Дальнем Востоке тоже хватает. Когда мы увидим и такие технологии в действии? Об этом в наших следующих совместных проектах с ассоциацией «Глобальная энергия».